В этот раз мы приглашаем вас в увлекательное виртуальное путешествие по архитектурным, наиболее знаковым достопримечательностям города Киев. И начнем мы свое путешествие по главной улице столицы Украины, улице Крещатик. Киев в миниатюре – это уникальное место, где можно в одном месте увидеть много знаковых сооружений столицы. Каждая миниатюра в парке точно передает архитектурные детали и особенности знаменитых сооружений. Посетители могут прогуляться по ухоженным дорожкам парка, наслаждаясь миниатюрными копиями знаковых зданий. Среди выставленных экспонатов в парке можно увидеть такие памятники, как Софийский собор, Печорскую лавру, Золотые ворота, Киевский метрополитен и многое другое. Это действительно впечатляющее зрелище, особенно когда рядом стоишь и смотришь на эти масштабные копии. Парк предоставляет уникальную возможность узнать больше о культурном и архитектурном наследии Киева, не выезжая за пределы одной территории. Парк под открытым небом расположен в живописном месте, в гидропарке, где собрано более 700 экспонатов, и их число продолжает расти. Архитектурные объекты изготовлены таким образом, что человеку со стандартным ростом самые высокие экспонаты достигают примерно до пояса. Первые частные парки миниатюр появились еще в начале 20 века, и это были декоративные макеты, которые ставили вдоль садовых железных дорог. В 1929 году в английском городе Биконсфилд открылся первый в мире музей миниатюр. Именно он положил начало этому увлекательному хобби и возродил технику создания масштабных копий архитектурных объектов. Вскоре подобные парки начали открываться по всему миру и, наконец, добрались до Киева. Творцы этого парка вложили много труда и таланта, чтобы воссоздать Киев в миниатюре. Их работа является настоящим искусством, которое приносит радость и восхищение посетителям парка. Они смогли передать дух и красоту столицы в этом удивительном проекте. Посещение парка Киев в миниатюре – это не только интересное развлечение, но и возможность гордиться своим городом и его наследием. Этот парк стал настоящей жемчужиной в культурном арсенале Киева и привлекает множество посетителей каждый год.
Thank you.